Они легкие и беззаботные. Радость общения, улыбки, фото на память. Сегодня один из самых главных моментов в их жизни – прощание со школой. Что запомнят они об этой паре? Конечно, только самое хорошее и немного хулиганств. В первую очередь я буду вспоминать своих друзей. Самый яркий момент, наверное, это вот подготовка к выпускному. Успели и поссориться со всеми, и помириться еще раз. Это постоянное веселье, шутки, смех. Учителей всех очень сильно люблю, всех запомню, всех не забуду. Буду вспоминать, как мы сбегали с уроков через задние входы, через окна. Мальчики что-то начали возиться друг с другом, и они сели на парту и сломали ее. Запомню, наверное, на всю жизнь это. Больше всего я запомнила, когда в 9 классе мы играли в КВН и выиграли все школы, все просто, мы визжали, тусовались. Как минимум, это наши уроки с Дмитрием Владимировичем. Они были безумно интересные, увлекательные. Для 54 11-классников 16-й школы Орехово-Зуево последний звонок стал не только радостным, но и немного грустным событием. Говоря о расставании, многие выпускники не могли сдержать слез. Прощаться не хотелось никому. Конечно, грустно, потому что я учил этих ребят с 5 класса, и у меня была возможность просто расти с ними, можно сказать, да? И они вот такие вот с маленьких 5-классников, да, выросли до прекрасных 11-классников. У меня уже слезы на глазах, мне кажется, по мне все видно. Перед ними открыты все двери. Куда идти дальше? Теперь решать им самим. Верьте в себя, верьте в свои силы. Ставьте перед собой самые амбициозные цели и задачи и настойчиво идите к успеху. Добрый путь. Добрые слова напутствий, благодарность в адрес учителей, цветы и подарки. Последний звонок был наполнен трогательными моментами. Ровные дороги во взрослую жизнь выпускникам 16-й желали первоклашки, 10-классники, педагоги и родители. В этом году в школе появилась новая традиция. 11-классники и их наставники оставили автографы на белых тарелках и разбили их на счастье. Раз, два, три! И вот то, ради чего все собрались. Для ребят звучит последний звонок. Учеба в школе теперь позади. С этой минуты начался новый этап в их жизни. Он наверняка будет полон интересных встреч и открытий. Но пока расслабляться рано. Впереди госэкзамены. Их результаты во многом определят будущее этих ребят.